Ну, сама, то-то, а эта козочка приготавливается для завтрашнего праздника. Дядя разгоняет детей. Приготавливается для завтрашнего праздника на женскую конференцию праздничного обеда. Праздничный обед, это означает, что он будет с мясом. Вот, и вот так вот, вот она прямо в церкви, прямо на территории церкви, она приготавливается. И, в общем-то... О, шкурка. Прямо хорошая шкурка. Это очень ценная штука. 100% это ценная штука.